Всем привет, дорогие друзья, с вами Клуб Мир в Коробке, и у нас сегодня не блатная гуманитарочка, не настолочка, а два ножа, поскольку я волонтер, мне нужно вскрывать тонны коробок, людей и всего остального. Мне порекомендовали вот такие вот ножи, я их купил через розетку стороннего продавца. Ну там, короче говоря, как-то так, не знаю, оригинальные они или нет, вот такая вот упаковка. Вот, здесь есть всякие номерки, аниме, мивю, бу-бу-бу-ба. Вот. Сейчас мы узнаем, что же внутри этих коробочек. Вот, там посмотрел миллион обзоров. Ну, выглядит уже достойно, достойно упакованы. Один взял синий, где надо было искать красный, но продавца не было. Вот такой вот выкидной ножичек. Он в масле, со значком медслужбы. Я все-таки волонтер. Есть стропорез, есть зажим. Интересно, врезать ли туда пружинка. Есть стеклобой. В руках сидит хорошо, но я не профессионал, хотя на ножевые турниры ходил. Вот. Сложился как-то очень легко, если честно. Ага, все, это он первый раз не доскладывался. Вот. Опа. Вот такой вот медицинский. И этот покрупнее был куплен по рекомендации, поскольку ножи с лезвием более 8 сантиметров намного лучше режут колбасу. Здесь он открывается за счет вот этих вот фиксаторов. Фиксируется таким же способом, как и на предыдущем ноже. Вот. Хотя, получается, можно свернуть. Есть стропорез, уже покрупнее. Если честно, в руках лежит чуть похуже. То есть он такой серьезный нож, как видите, рука у меня не маленькая. Тоже есть значок медицинской службы, Miltec. Внутри есть влагопоглотитель, в одном, во втором его нету, непонятно, с чем это связано. Но, если честно, в руках лежит похуже. Мне вот синенький нож нравится больше. Вот так они выглядят вместе. Тоже есть зацеп. Причем, видите, здесь зацеп в одну сторону, здесь зацеп в другую. Тоже есть стеклобой. Вот такие вот у них размеры. Вот. Если сравнивать. И вот, знаете, вот большой нож, он смотрится большим и хорошим. Но, честно, мне вот этот вот, синенький, как-то поприятнее. Коробочку быстрее вскрыть и меньше места занимает. Вот. Надеюсь, что этот обзор был слегка полезен. Модели я укажу в комментариях. Или смотрите на коробках. Потому что, видите, вот Carp Knife Rescue Blue. А этот Miltec Medical Pocket Knife. Вот, то есть вот такие вот два ножа. Я же посмотрел кучу обзоров, эти в моем случае оказались самые хорошие по рекомендациям. Всем спасибо за обзор, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.